Всем добрый день! И сегодня мы поговорим с вами о таком цветке, как эхризон. Дерево любви, счастья и благополучия. Вот как вы видите, цветет полным ходом цветок. Некоторые уже подцветали. И мне много задают вопросы, друзья. Как он отцветет, что нужно с ним делать и почему он погибает после цветения, не продолжает цвести, расти. Но я отвечу на ваш вопрос. Он у меня растет. Я его коротенько стригу после цветения. Только нужно не переливать. Если вы его перельете, он, конечно, погибнет. Сейчас вам покажу, который цветок у меня уже три раза цвел, отцветал и снова цвел. Вот пришла пора его тоже встречь. Я уже по этому цветку делала много видео. Если нужно, зайдите, посмотрите. Видите, цветок обстриженный. И новые листики пущены. Он по-новому будет цвести у меня и расти. Вот эти нужно обрезать, конечно. Вот так, до живого. Где? Отсохли. И я развела новые себе цветочки, кустики. Видите, как он? Тоже видео вам сделала. И смотрите, какие красавцы. Нужен хороший уход, конечно, и любить дерево. Поэтому оно называется дерево любви и счастья. Стригу я очень коротенько. Вот так. Как вы видите. И оно по-новому будет расти. Только, девочки, не переливайте. Сейчас я его обстрижу и вам покажу. Вот цветочек я уже обрезала, цветочки, которые цвели все, он будет продолжать меня расти, а потом снова будет цвести. Так что ухаживайте за ним, и все у вас получится. Вот видите, цветочек, как он, вот. Такие цветочки нужно обрезать или обшипывать. Не надо, короче, их. Здесь тоже цветочек начал отцветать. Берем и обрезаем сухие веточки. Не даем ему погибать. И, конечно, когда начинает зацветать, нужно взять небольшие пасынки для нового цветка. Вот как я сделала здесь. Смотрите. Перед тем, как он начал цвести. Он сразу не полностью цветет, а небольшие черенучки я взяла и посадила. Сначала черенучки обветрились, полежали, а потом просто в земельку, и они пошли расти. Вот и все. Если здесь будет появляться цветочек, нужно его оборвать, чтобы кустик разрастался дальше. Можно их уже пересаживать. Вот этот большой горшочек. И этот уже можно пересаживать. Делать большие цветы. Но это уже на ваше усмотрение. Такие у меня цветочки. Как я с ними ухаживаю. Так что желаю вам успехов. Если какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в комментарии. Если вам видео понравилось, делитесь с друзьями. И до новых встреч!